Это гордость Казани, это гордость нашего ислама, это гордость татарского народа. Главное работать с людьми и главное работать вот именно с той категорией людей, с которым особенно нужна помощь, которым надо помогать. Им нужна теплота, и вот они здесь, Ярдами, вот это находят. И непосредственно вот даже когда я общался с нашими ребятами, которые вот здесь уже все уезжают в Петербург, они просто слезами на глазах благодарят вот организаторов от всего этого курса. Они говорят, это для нас подарок судьбы. Они такие же люди, они такие же имеют права, у них такие же возможности. И вот в этом ключе их обучать вот к этому, это большого стоит. И главное отличие вот этого фонда еще в том, что это не бюрократическая система, которая когда-то у нас возникает, скажем, в реабилитационных центрах или каких-то других центрах, где люди работают за зарплату, люди работают за отчет, а вот именно здесь работа от души.